Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами будет симулятор качалки. Давайте мы сразу посмотрим, да тут в принципе-то не сильно, наверное, будет... Не сильно, думаю, будет влиять качество графики, потому что, ну, музыку мы убавим, спецэффекты тоже подубавим, UI тоже подубавим, и в принципе все. Начнем новую игру, это ранний доступ, 0.6 версия, не знаю, когда она там что вышла, что, короче, просто посмотрим. А есть тут опции языков, нет? Стой, а здесь вот... Нет языка другого. Добро пожаловать в качалка Тукон. И в этой игре, короче, ты должен будешь построить свою собственную... короче, особенный, уникальный... спортзал, использует две кнопки ниже для флипа сквозь варианты туториала. Ты можешь что-то переоткрыть этот туториал меню. Все менюшки могут быть двигаться. Здорово, что все менюшки могут быть двигаться за описание полосочку вот эту вот. General Control Toggle Pause Space Bar Game Speed 1, 2, 3, Pause меню, Escape, Rotate камера QE, понятно, так, Scroll Mouse, ага, Build Mod, Rotate R, продать на Delete, расположить и подтвердить левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши отменить. Члены, что-то, короче, не ясно, ни хрена, так, непонятно, тут... Охрененная вертикальная синхронизация. Здесь ты можешь наблюдать ее примерно на фонарях с левой стороны. Классно? Классно. Мне тоже очень сильно нравится. Так, и что делать там? Так, ну, придрочим сейчас к управлению. Ничего страшного, в этом сложного нету. Значит, смотри. У меня есть 3000. Так, фит, качок, upper body strength... Вот этого наймем. Аппликанта. Так, а где он есть? Не понял, я же нанял аппликанта, нет? В чем проблема? Стой, а где аппликант мой? Я что-то, может быть, не понимаю? Аппликант. Ладно. Total Members у нас есть. Почему не закрывается это окошко? А где Total Members-то, я не понимаю. Я просто, может быть, дурачок или что-то я не до... Понял. Так, подожди, ниже можно, выше? Нет, выше, ниже нельзя. Ладненько. Финансы, ладно. Календарь, ладно. Денег у меня почему-то стало больше, чем было изначально. $3050 стало, было... О! Это прям SimCity только для качалки. Только это селфи-фурнитура, мувтул. Фурнитура итем, дверь мне нахрен не уперлась. Можно окошко поставить, но оно тоже не уперлось. Давай сразу построим Demolish Walls. А, это сломать было. Ну, нам нужно, типа, сральник, вообще, по-хорошему-то, но для начала нам нужно сделать то... Пфу, волосы кошачьи. Где люди качаться будут? Лампочки есть? Есть. Давай построим вот эту вот ерунду. Но она должна быть вот здесь где-то. Подожди, может быть мы... Да, давай поставим вот здесь вот ее. Поставили. Поставим еще беговую дорожку. Беговая дорожка у нас будет стоять вот здесь. Еще поставим... А где дверь-то? Дверь-то у нас... А, вот дверь. А это что такое? Это окна или просто дырки в стене? Не, не сильно напрягается. Я просто компьютер слушаю, потому что в таких играх, знаешь, обычно бывает, типа, она вроде и не графонистая, но вот прям вот ужас, как грузит весь твой компьютер просто до максимума. Ну ладно, мы не будем распыляться на это, на все. Ставим качалочку. Подожди, а как-то к нему нужно это... Вот здесь оно должно ставиться. К стене близко поставил, наверное, да? Нельзя будет им пользоваться. Толчок.
Вот здесь вот будут люди приседать. Прям вот тут вот будут приседать. Я думаю... Да нет, что-то много мы наставили. Хотя хрен его знает. Много, немного. Нормально. Вот тут поставим. Все. И как работать? Game paused. Не надо мне паузу. Мне давай это... Ой, бегает кто-то, смотри-ка. Я открылся, ребята, ребята, я открылся, говорю. Открылся, ребята, я... Что там такое? Я открылся, и мне нужно, чтобы вы ко мне все приходили, качались, тут, занимались спортом. Жизнь свою, так сказать, улучшали. Я так понимаю, здесь можно вот это вот все оградить, и будет вообще огонь. Но у меня осталось $1390, и я не могу ничего сейчас пока что с ними, скорее всего, сделать. Давай хотя бы какой-то первоначальный бюджет заработаем. И потом начнем развиваться. Так, здорово, чебурек. А абонемент у тебя есть? А у тебя? Ёб твою мать, смотри какой. Позанимался. Давай сделаем кое-что вот, вот сейчас быстренько. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. И будет вообще огненно. Вот так. Класс. Все. Вопросов нет. Занимайся дальше. О, еще один бежит. Ух, ебать, ебать, ебать. Малый какой. 5 опыта, 5 опыта. 1540 у меня денег. И как бы... А... Что-то он несчастливый, не особо счастливый. Я не понимаю просто, на кой оно мне нужно. И на кой... Где людей набрать? Это типа 3 человека ко мне будут ходить в качалку эту. Это для этого сделаем вот это все. Build меню давай. Build меню, стены построим. Стены построим, хотя бы потому, что мы можем их построить. Знаешь, вот. А сколько она стоит? Ебать, стены дорогие, ты видал, нет? $50 за одну секцию, ты видел, нет? Так, ну здесь, в принципе-то, давай вот так вот, наверное, одинаково сделаем. Денег не хватает, все, гай, кобзда. Ну что мы можем сделать? Ничего мы не можем сделать. Да закройся ты. Будем ждать, пока к нам финансы. Мы в плюсе на немножечко совсем. Давай остановим, говорю, давай остановим и построим им еще хотя бы что-нибудь. Типа, ну мало же это всего. Это беговая дорожка, приседать, жим делать и всего-навсего ничего. Это мало. Ну хотя, знаешь, мало, у нас больше нет ничего, вариантов других нет. А что-то другое откроется? Или это все? Или это все прелести этой игры? Мембершип один добавляет, смотри, нет? Да пусть приходит, конечно. Мне же нужны деньги. С кого я их брать буду, если не с этих молодых людей? Правильно? Правильно. Следовательно, набираем всех людей, чтобы они приходили, занимались, давали мне деньги. И, соответственно, я буду денежку эту зарабатывать, буду эту денежку тратить на улучшение, буду тратить эту денежку разумно, чтобы... Да чтобы, блядь, просто они занимались этим сраным спортом. В конце концов. Мужик! Второй мужик. Третий мужик. Четвертый мужик. Вход сразу не нашел, сразу это. Не понял, чем он отдел. Гум рейтинг. Камин сум, блин. Здесь, короче, нужно. Постойте, это. А, прокачать уровень им, и у меня будет новый уровень у зала. Понял.
Level up. Ну-ка, ну-ка, стоп. Прокачалась, смотри-ка. И ты прокачался. Вот так счастье-то. Денюжки приносит мне, денюжки приносит, смотри-ка. На ночь глядь, не приседаю, дружище. Тоже мне придумал. Смотри, короче, строим вот тут стену. Огромные деньжищи трачу на развитие своего фитнес-центра, так сказать. Это огромные деньжищи. $200 за просто за стену. Это охереть. Хотя $200, что это такое? 12 тысяч рублей, блин. Или сколько там сейчас доллар? 70, да? 70 с чем-то. 14 тысяч. 15 тысяч рублей, короче, я потратил за стену. Это дешево. Это в переводе на наши деньги. А если перевести на их деньги, так это вообще копейки. Они там... Вон, занимаются и платят мне в день столько денег. Хотя нет, сколько они платят. Что-то с них мало падает, конечно. Да, мало падает с них. Давай финансы посмотрим наши. Каждый визит давай поднимем на 60. Пускай они денежку приносят. И это будет хорошо. 6 человечков у нас сейчас будет. 6 человечков будет заниматься в нашем зале. И эти 6 человечков, 6 человечков эти, будут приносить нам денежку. В размере по 60 за каждого. Опа! Прокачал уровень. Ничего себе, серьезно, что ли? Появился душ, максимальное количество 20 человек и максимальный уровень человеков 3. Entry level contest. Контест, что-то не знаю, что это такое. 5 хп, 5 хп, 5 хп. Короче, ребята. А, ребята. Блин, слушай, смотри, прям летят и летят. Аппликантов еще. Аппликанта могу еще одного поставить. 8 человек. Ой, ничего себе, какой смотри-ка. Какой классный дядька. Или это тетка? Неясно, это дядька. Дядька, дядька с огромным одуаном на голове. Солнце село. Солнце село. У нас уже какой-то там февраля. Сейчас мы построим вот эту стену. Сейчас построим стену. Сейчас все построим. Так, они уже в очереди начинают стоять. Я так понимаю, что это уже, ну, достаточно плохо. И нужно, ну, отстраивать все-таки вот это вот дело все. Так, давай дверь придумаем вот тут вот. Вот тут дверь придумаем. Почему дверь не вращается? Или... А, ее к стене обязательно нужно присобачивать. Я надеюсь, эта дверь будет открываться. Ей не будет ничего мешать. Так, полы. Полов что, нет у меня, что ли? Что за глупость? Так. И вот так, денег у меня нет, все понял. И здесь тогда все, в принципе. А, полы сами ставятся. Елки-палки, я что-то тупанул. Зря наругался. Минус 144. Да кто ж мне столько денег-то про это? Куда же я их дел-то все? А за что? Почему минус 44? Минус 144. Подожди. Где траты? За электричество я плачу еще. Едить его колотить. Нужно визиты подороже делать.
$70 за визит, ребят. Вы как хотите. А денежки-то сами себя не заработают. Нужно деньги как-то зарабатывать. Соответственно, я буду повышать тарифы. Буду повышать тарифы, строить вам качалочку-то получше. Вы же сами хотите получше качалочку. Правильно? Правильно. Давай построим вам окошко. Это не окно было, серьезно, что ли? Это был вход. И вот сюда, да? Захреначим. И лампочек. И лампочек вот сюда засандалим. Это получается, где она висит? Это я вообще не понимаю, где она висит. Стой, подожди. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот здесь. Сколько между ними расстояние? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Наверное, так. Отлично. Смотри-ка, какая качалочка-то у меня уже. Ой, как ярко засветило-то. Это есть что солнышко. Солнышко светит, ужас прям вообще. Меня засвечивает, как не поймешь чего. И не поймешь кого. Ну, блин, что я же могу сделать? Вот так вот буду сидеть. Чтобы меня не засвечивало. Хорош светить. В принципе, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что можно поставить туалет, но он стоит 100 бачей. Поэтому... А, или 50. 100. Нам на него денег не хватает, соответственно. Ну, давай мы начнем дальше играть. Skip day. Ну, что такое-то? Откуда ты взялась? Целый день тебя не было, и сейчас вдруг взялось. Ну, там день начался, и тут день начался. Чё ж нет-то? Так, ну. Люди занимаются, люди рады. Стоять. Level up. Level up. Level up. Сейчас мы всем level up'нем, и будут они все нам деньги походить приносить. И тебя тоже давай level up'нем, потому что, ну почему бы нет? Правильно? Правильно. Ну, меня прям не устраивает то, что меня сейчас засвечивает, но что ж я могу сделать, правильно? А я ничего сделать не могу, я только могу сказать, солнышко, уходи. А оно сейчас еще сильнее начнет светить, потому что я смотрю, тучка уходит, и, блядь, сейчас оно как засветит. Сейчас оно меня как засветит, я буду такой сидеть беленький. Я что-то не понял, почему у меня пауза не ставилась. Странно. Да. Ну смотри, короче. Вот здесь вот тоже делаем беговую дорожку. Давай, короче, сделаем вот как. Дружище, я уберу ценник, когда... Как только, так сразу. Что так громко стало? Не знаешь, что так громко стало? Я тоже не знаю.
Давай закончим вот здесь вот. Пусть занимаются, пусть ходят, качаются, пусть ходят, делают все, что им там нужно сделать. И skip day следующий. То есть, смотри, нам сейчас нужно денежку накопить. Вот здесь вот туалет сделать. Туалет и душевую. Я планирую так сделать. Туалет и душевую. Где правильно ее сделать будет? Я думаю, что я правильно будет сделать туалет и душевую вот здесь вот где-то. Вот такую вот комнатушку сделать, а остальное там, не знаю. Хрен его знает. Или вот тут вот присандалить. Ладно, пусть пока позанимаются еще денек. И тогда будем строить. Потому что пока денег не тоже, тоже немного. У нас вон $1000 всего. На эту $1000 нужно умудриться построить стены и туалет с освещением. А это дорого. 1360. 1500. Так, 1500 уже можно разгуляться. И все, денег-то нет. Оказалось бы, да? Денег даже на дверь не хватает. Дожили. 150. $7 не хватило на дверь. Давай, пропустим. Сейчас принесут нам денежку. Наши дорогие посетители. И, соответственно, мы на эти денежки построим толчок. Толкан построим, и будет у нас счастье. Так, еще человечек к нам может прийти. Если он может прийти, пусть приходит. Угу. Ну, в целом-то достаточно неплохо получается, правильно? Правильно. Мы в плюсе, мы в плюсе. А если мы в плюсе, то что бы нам и... Что нам вообще переживать, если мы в плюсе? Дверь построили. Давай свет забацаем. Все, лампочки поставил. Свет есть. Толкан надо поставить. У меня денег на него нет, не хватает. Ладно, давай. Давай дальше. Ждем, когда к нам придут следующие толпы посетителей. И ставим толчок. Толкан можно уже поставить. Правильно? Правильно. Сюда я думаю поставить его. Вообще отлично. Да вы что друг на друга-то залезаете? Эй! Ребята! Так нельзя. Это как-то неправильно, что ли. Наверное, поставить надо еще один толчок. А вот здесь вот душевую поставить. Напротив прям душевые будут стоять, вот и все. Вот так вот будет. Отлично придумано, отлично придумано. Все как и должно быть. Все справедливо. Все для людей, как говорится.
В минуса почему-то я ухожу. Я не понимаю, почему минус 92-то. Так, дружище, давай, левелапайся. Смотри-ка, они могут теперь ходить и мыться, и срать могут ходить. Вообще отлично все у них. И деньги они мне приносят уже здоровские. То есть, вон, 87, 87, там, стольник даже кто-то дает. Почему стольник, я вообще не понимаю, ведь у меня абонемент стоит сколько? Где у меня написано, сколько стоит абонемент? 70 за визит. Я могу снизить вот так вот за визит. И все. Пусть все радуются тому, что я такой, как сказать, щедрый. Вот опять. Видишь? Не тормозит. Прайсинг, видишь, пошла в это... Вверх у них шкала с ценой. То есть они довольны тем, что у них цена упала. Естественно, кто бы не радовался этому. Кто бы этому не был доволен. Какие-то такие безликие здания стоят, и тут внезапно мой зеленый спортзал. Офигенно. Стоять. Третий уровень. Дружище, ты большой молодец. Так, ты давай, пока сидишь там, прокачайся. Вас достаточно много просто стало, чтобы я мог спокойно, так сказать, развиваться. Чтобы мне хватало и денег, и всего, короче, хватало. Вот это давай сюда поставим. Это туда поставим. Подожди, вот так, да? Ставим вот сюда и вот сюда. А вот это вот мы ставим вот сюда. Так мы ставим это все дело, и все. И в целом-то спортзал готов, вот что тебе не нравится. Вообще красота. Душ есть. Приседания есть. Бицепс есть. Отжимания есть, эти жим. Бегать есть где. Света хватает. Вообще красота. Опять меня засвечивает. Это вообще несправедливо, я считаю. Это вообще это ни в какие рамки не годится, понимаешь? Освещение, которое меняется с каждой секундой, блядь, это вообще это не радость. И я думаю, что у меня сейчас фон здесь вообще поплывет. Но это ж уже от меня сильно не зависит. Тут есть солнышко такое, которое считает, что ему важнее сейчас посветить, чем мне вот поиграть. Угу. А когда там... А, 20 членов нужно. Понял. В принципе, всем все хорошо, всем все нравится, блядь. Да, смотри-ка. Все радостные. Всех и цена устраивает, всех устраивает, в принципе, все. Меня устраивает, сколько они мне приносят. Все в согласии живут спокойно себе, никого не трогают. Красота.
Давай, давай уже до следующего уровня прям прокачиваемся, и можно на этом заканчивать, потому что, ну, все. Двухзвездочный спортзал у нас. Что-то он нам дает, но пока что он в Камингсуне, поэтому... Поэтому никто пока не знает, что он дает. Так, в принципе... На этом мы давайте с вами тогда закончим. Потому что играем уже достаточно давно, долго. И, в принципе, мы дошли до логического какого-то завершения, такого, так сказать. Две звезды мы получили. Давайте на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео со своими друзьями. Комментируйте обязательно, потому что без комментариев, ну это же как так-то. И ждите следующих видео. Всем пока!